Первое в этом году заседание городской общественной палаты 6-го созыва провели в Магадане. Организация сформировала план своей работы на предстоящий год. Особое внимание общественники уделили вопросам развития молодежной политики и благоустройства областного центра. Специалисты не только выделили основные проблемы, но и предложили пути их решения. Я думаю, что то, что сегодня говорилось, и комиссии по молодежной политике, новая палата хочет новый срез сделать, что сегодня нужно молодежи. Ну, наверное, это правильно, потому что тренды меняются, все меняется. Мы поможем. Надо просто, чтобы грамотно социологи отработали, что мы хотим. Чтобы не получилось, что мы потратим время, даже и деньги какие-то, запустим это анкетирование, а результат ожидаемый не получим. Ну, ожидаемый какой? Честный результат, самое главное. Поэтому все это абсолютно правильно. И позиция, что молодежь нельзя потерять, если мы не услышим их, то они услышат кого-то другого. Это абсолютно правильно, и мы будем помогать. Также магаданцев волнует облик города. По словам Юрия Гришана, губернатор выделил муниципалитету 200 миллионов. Для того, чтобы их освоить, нужен проект, смета и четкий перечень домов, которые будут благоустраивать. Кроме того, общественники обсудили законопроект, который ограничивает продажу алкоголя. Члены палаты решили направить в адрес губернатора письмо с предложением пересмотра законопроекта.